Дело орловского следователя, застрелившего коллегу на охоте, передано в суд. Напомним, в августе прошлого года бывший следователь Следственного управления УМВД по Орловской области Дмитрий Колосов случайно выстрелил в своего товарища, сотрудника болховской полиции, который от полученных ранений скончался. Они разошлись в лесопосадке, довольно-таки очень сильно заросшей мелким кустарником, деревьями. И указанное лицо, обвиняемый, в процессе охоты произвел выстрел, значит, на шум, предполагая, что в зарослях находится животное. Полицейский оказался смертельно ранен и умер до приезда скорой помощи. По итогам того рокового выстрела было возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время Дмитрия уволили из органов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хотынецкий районный суд для рассмотрения по существу. Теперь экс-полицейского ожидает срок. Максимальное наказание по статье «Причинение смерти по неосторожности» – 2 года лишения свободы. У убитого осталось 2 детей.